Масленица. Праздник появился на Руси задолго до принятия христианства. Своими корнями он уходит в язычество и связан с днем весеннего равноденствия. На Масленице люди устраивали проводы зимы и встречали весну. При этом считается, что до появления Масленицы на Руси был похожий праздник – Комоедица. Люди поклонялись кому, медвежьему богу. По традиции, первые испеченные блины на Масленицу относили в лес, где раскладывали на днях, как угощение для пробудившихся от зимней спячки медведей. Именно с этой традицией и связывают пословицу «Первый блин комом», но последнее указывает слово как «комом» – «медведям». Почему Масленица получила свое название? Православная церковь называет Масленицу сырной седмицей. При подготовке к Великому посту на этой неделе нельзя есть мясо, но можно и даже нужно питаться сырами и другими молочными продуктами. Главный атрибут Масленицы, который сохранился до наших дней, это, конечно же, блины. Раньше это угощение готовили, чтобы поминать усопших. Затем оно стало символизировать солнце. Сейчас тоже пекут блины, чтобы поминать предков. Но на Масленицу для большинства это просто вкусное угощение. Итак, масленичная неделя. Торжество традиционно делят на два периода. К узкой Масленице относятся дни с понедельника по среду, а к широкой Масленице с четверга по воскресенье. У каждого дня сырной седмицы были свои традиции и ритуалы, которые люди строго соблюдали. Многие сохранились и до наших пор. Понедельник. Встреча. Накануне первого дня Масленицы люди уже начинали свои приготовления для массовых игр, для веселья, для праздника. В первый день Масленицы, понедельник, заканчивали строить снежные крепости, горки, сбивать качели и балаганы, а также делать чучело уходящей зимы. Его возили по улицам, встречая Масленицу. Тем временем свекр и свекровь по традиции отправляли невестку к ее родителям, а вечером во время встречи решали, где и когда состоятся гуляния, кого на них пригласить. Блины уже начинали печь, при этом самый первый отдавали бедным людям. Примерно жарим, жарим, все жарим блинчики. Масленичная неделя наступила. Вот румяные все, красивые. Всем желаю сытной жизни, сытного утра. Что нельзя делать на Масленице?
работать по дому во время широкой масленицы. Четверга по воскресенье стоит только готовить, от остальных дел потом лучше отказаться. Нельзя не пускать гостей. Если кто-то захотел прийти в гости, обязательно его впустите. При этом принимать гостей нужно в чистом доме и с богатым столом. Резать блины ножом. Считалось, что из-за использования острых предметов в доме может прийти беда. Есть мясо. Улыбаться и злиться. Среда – лакомка. В среду зятья ходили к теще на блины. Блины были разнообразные. Теща с радостью угощала зятя. Стол был накрыт праздничный. Теща была довольная, но зять, конечно, тоже. Вот попили и поели. И играть все захотели. К нам пришел четверг широкий. С играми да сказками. С песнями да плясками. Все играли в этот день, душу веселили. Игры, пляски, шум, веселье, село посетили. Тещины вечерки. В этот день широкой масленицы проводили с семьей. В этот раз в гости к зятю приходила уже теща, а не наоборот. Вот так, заловкины посидели.
день посвящали родственникам мужа. Молодые невестки приглашали в гости сестер своих мужей, а также других их родственников. Как стояла я у жаркой печи, выпекала кренделя на калачи.